Всем привет! Сегодня я подобрала для вас топ турецких сериалов про маленьких детей. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться любимым сериалом. И не забывайте делиться своими эмоциями от просмотренного сериала в комментариях. Приятного просмотра, наши любимые зрители! А сейчас перейдем к подборке. Пятое место. Ребенок. Сериал повествует о матерях, готовых на любую жертву ради благополучия своего ребенка. У Окчи есть сын по имени Эфи, но из-за сложных жизненных обстоятельств она отдает его Шуле, невестке богатой семьи, которая не может родить. Эфи становится любимцем семьи и наследником огромного состояния. Все его лелеют, Шуле растит его как родного сына, но до тех пор, пока сама вдруг не забеременеет. И вот тогда перед ней встает выбор, чей ребенок должен быть наследником. Усложнить ситуацию Асие, свекровь Шуле, которая на протяжении многих лет сама хранит темные тайны семьи. На четвертом месте сериал «Моя сладкая ложь». Главный герой Неджат переживает печальные моменты личной жизни. Он вынужден бороться за счастье любимой дочери в одиночку, ведь жена покинула его. Он старается сделать все возможное, чтобы любимая дочка всегда была обеспечена и по-настоящему счастлива. Героиня совсем еще юная, но уже подозревает, что в ее семье все не так просто. Она уже задает вопросы о матери и пытается понять, как же так вышло, что ее воспитывает только один отец. Неджат пытается не рассказывать дочери печальную историю смерти матери, поэтому повествует ей нереальную историю о том, что мама где-то далеко и скучает по ней. Юная Кайра считает, что рано или поздно должна встретиться с мамой. Кто бы мог подумать, что неожиданно в личной жизни у героя произойдет сдвиг. Он встретит милую девушку по имени Суна, которая сразу же приглянется ему. Она постарается помочь несчастному отцу и его юной дочери, став своеобразной мамой для их семьи. Третье место. Дочка. Восьмилетняя Айкю отличается от многих своих ровесников выдающимися умственными способностями. Айкю растет без родителей, но мечтает найти отца. Когда она находит его, он попадает в тюрьму, однако мужчину выпускают при условии, что он будет заботиться о дочери. Демир оказывается труслив перед лицом большой ответственности. Он убегает вместе со своим подельником Угуром. Их цель – милая девушка Джандан и ее деньги. Неожиданно на Джандан выходит и Айкю. Джандан пытается помочь девочке, а после знакомится с ее отцом, в которого неожиданно и влюбляется. На втором месте – мама. В центре внимания сюжета оказываются три героини, которые связаны непростыми семейными отношениями. Девушка Джансу узнает, что не может родить ребенка, ей очень непросто понимать это. Девушка стремится сделать все, чтобы отыскать свою мать, которую не знала с самого детства. Ей удается выйти на Вахиде, которая сразу же признает родство и просит прощения за ошибки молодости. Кажется, что Вахиде знает, как решить проблему материнства своей дочери. Взять ребенка из детского дома – лучший вариант. Малышка Тукчи все больше и больше становится похожа на маму и бабушку. Сериал, занимающий первое место, повествует о тяжелой доле героини, которая росла одна. У нее нет родителей, поэтому всю жизнь приходится бороться за выживание. Когда, казалось бы, девушка находит мужчину, с которым готова провести остатки лет, очередной удар судьбы заставляет ее искать силы для продолжения борьбы. Героиня вынуждена в одиночестве растить двух детей. Бахар старается делать все возможное, чтобы ее малыши были счастливы. Ей тяжело, но жизнь и судьба рано или поздно оценят старания главной героини, сделав все возможное, чтобы наградить девушку. Вскоре Бахра знакомится с Сарпом, мужчиной своей мечты. Итак, первое место, сериал «Женщина». Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, надеюсь, оно вам понравилось. И если вы нашли себе сериал по душе, то поставь лайк, мне будет очень приятно. Я надолго с вами не прощаюсь, до скорой встречи!